Привет, друзья! Вы на канале Мои Марики. И сегодня мы с деточками будем делать бусики. Вот есть у нас вот такое количество бусинок. Я уже в предыдущем видео показывала, рассказывала, что можно с ними делать, как с ними можно заниматься. Вот, сейчас я разделю это на две тарелочки. Так. Давай, держи. Держи. Держи, Надюшенька. Сейчас Надюша наша будет на веревочку одевать бусинки. Бусинки с большими дырочками. А Мишенька наша, наверное, будет делать Надюшке браслетик, да? Браслет будем Надюше делать? Да. Дочь, Надюша наша делает. Сейчас сяду. Сейчас ему покажу, как нужно делать. И с тобой сяду. Смотри, Миша. В левую руку, так, в левую, да, в левую, клади лесочку. Ты уже делал, вспоминай. Как тебе удобно держать ее? Так, вот так, держи. И начинаем, Надюшеньке, делать браслетик. Браслетик? Да, так, вот держи, чуть-чуть подальше держи. Вот смотри, первая божья коровка у тебя готова. Готова? Да. Она сама спустится, я там... Завязала узелочек. Держи. В левую руку клади. Вот, теперь смотри. Теперь что мы с тобой положим? Давай вот эту положим. Попробуй сам. Вот еще бусинка. О, спасибо, доченька. Сейчас мы Надюшке сделаем такие красивые бусики. Не, это браслетик. А, браслетик, браслетик, да. Так, Надюшенька. Наш уже пробовал. Так он пробовал с очень большими бусинками заниматься. Так, давай, держи. Вот сейчас. Так, давай я еще сюда вот уберу, я, чтобы тебе не мешалось. Держи. Держи. Все, давай. Давай, продевай. Не торопись. Не торопись. Так. Молодец. Теперь что возьмешь? Божью коровку будем брать? Да. Давай божью коровку. Так. Все, она сама убежит, Мишенечка. Можешь ее туда не продвигать. Она сама убежит. Держи. Держи дальше. Божью коровку одевай. Да. Так, давай, с какой стороны? Ой, вот так. Ага, это мы будем, доченька, на леску делать. Вот получается, на твою веревочку войдут только вот такие вот коричневые. Бусики. Держи, держи, коровка, не отпускай. Вот этот кончик не отпускай. Коровка. Давай между коровками у нас с тобой будет какой-нибудь вот такой вот красивый кругляшок. Давай. А я вот такой. Мишуль, ты с какой стороны начинаешь? Мишуль, ты же с обратной стороны, что ли? Подожди. Мишуль, подожди, это обратная сторона. Здесь узелочек. Не-не-не, это узелочек. Это обратная сторона. Вот, держи. Нет. Возьми в левую руку леску, в левую руку, в правую божью коровку. Так. Сейчас, Надюшеньке, мы отдадим все коричневые бусинки для веревочки. Так. Тут не только коричневые бусинки, тут еще вот такие вот цветочки серебристые. Да, дочь? Сейчас я тебе все это... А, да. Пока Мишенька тебе браслетик делает. Сейчас, доченька. Сейчас. Так. Молодец. Опа. А с этой стороны дырочки нету? Ну-ка попробуй дальше продвинуть. Подожди. Попробуй дальше. Вот так. Есть дырочка. Окей. Да. Давай, давай положим вот такую вот звездочку. Давай. Давай. Звездочку клади. Я тоже хочу фоточку. Так. Это у меня есть фоточка. Молодцы. Это и фоточка мне возьмет. Да ты что? Фоточка. Ну, молодец. У меня был парадок ложки. Вот, умничка. Тебе больше длинные понравились, да? И вот.
Угу. Ой, какой Мишенька сюда бусинку одел. Молодец. Крепко держи бусики в руках, чтобы не упали. А то если упадут, они все высыпятся. Надеюсь, тебе это не войдет. Только коричневые. Ты видишь, какая доченька веревочка толстенькая? Где потерялась? Так. Красивые ли получаются? Красивые получаются бусинки. Не тебе, я надюсь. Ты надюши делаешь браслетик? Да. Ты молодец. Какой-то колокольчик попался. Блю. Блю, голубая божья коровка. Молодец. Коровки папа. Это желтая лелау. Лелау. Молодец. Все правильно делаешь. Красиво будет смотреться и вот эти вот звездочки. Вот такой можешь камушек одеть. Камушек. Не, не надо вот такую. Ну, Мишеньке можешь положить. Вот таким образом мы сегодня с сетками решили развивать пальчики. Я уже была, мама, она не выходит. Вот она, такая. Какие классные. Мама, тихо, я на душе делаю. Мама, тихо, сердца как. Какая красота. Это точно. Это розовая красивый мужик. А сейчас я мужик делаю на тусе. Все мужчины делают. Я возьму. Молодец. Умничка у нас. Умничка у нас, ну конечно. Вот таким образом можно деток для 2 лет, для 4 лет увлечь одной игрой для разного возраста. Мы, наверное, из этой длинной лески сделаем бусики. Я тебе кину. А вот и из таких вот коротеньких лесок мы сделаем браслетики. Хорошо? Хорошо. Мама совсем не помогает. Вот мама. Я сам оправлюсь. Сами справляются. Мы сами. Не помогай. Не мама больше мне помогает. Мне будет всегда мама. Мне нужна помощь. Тебе нужна помощь? Да. А тебе там, по-моему, все уже? Нет. Все там? Я сам бедой хочется. Вот такие у Наденьки бусики получились. Ну, тоже. Молодец. Будешь Мишке помогать? Хотите работать из одной тарелочки? Я делаю бусики. Браслетик. Браслетик, да, теперь будешь делать? Да. Так. Я бусики буду делать, маме. Я тебе делаю бусики. Ну, спасибо, мой мальчик. Давай, я тебе не будешь. Не, найду, да, я тебе, да, а я уже пассетик делаю. Сейчас я тебе сделаю с одной стороны узелочек на лесочке, чтобы бусинки тебя не разбежались. А? Чтобы бусинки не разбежались, нужно сделать узелочек. Ой, на одном краю лески. Не тону визуально. И у меня здесь мои мушка. Вот, и мушка. Держи.
Так, в левую ручку лесочку. Вот как раз размерчик у нас получается для одного браслетика. Браслетика. Это она пинк. Вот что хочешь. Розового. С розового цвета решила, да, начать? Она не убежит. Нет, нет, не убежит, доченька. Я узела. Давай. Что, мама, корчёва? Потом мы уже завязать не сможем. Мам, у меня уже корчёва браслетик. Корчёва браслетик. Готов? Так, значит, сейчас мы будем завязывать. Да. Смотрите, друзья, какие бусики Мишенька себе одел. Нет, еще надо. Те самые, которые он сделал своими руками. Нет. Вот, посмотрите. Еще мастерство надо. Двухлетнего малыша. Надо еще. Умничка. Сейчас я тебе дам лесочку. Ты хочешь браслетик еще делать? Да, еще браслетик. Сколько у вас малыши терпения? Молодцы-то какие! Я, честно сказать, не думала, что это задание. Так произойдет на вас впечатление. Конечно, пролезет. Лесочка вот такая вот тоненькая, она пролезет везде. Да? Сейчас, с одной стороны, я сделаю узелочек. Держи. Выбирайте любые бусинки на любой вкус и цвет они есть. Тут его лежит. Так, у наших деток уже есть двое бусиков. Делают браслетики. Браслетик делали. Вот какие бусики красивые. Да ладно уж, не одевай на мужчину бусики. Мужчины-то их не носят. Носят. Но они будут, они пусть будут твои, но подаришь потом либо маме, либо сестренке. А можно я вам тоже браслетик сделаю? Можно? Нет, у меня бусики и браслетик мне. Тут лески у нас хватит на много браслетиков. Я сейчас маме буду бусики и браслетик. Давайте я тоже какие-нибудь сделаю бусики. Нет, я буду делать тебе. Ты будешь мне, а я буду тебе делать, да? Да. Давайте мы сделаем снова узелочек. Так. Опа. Держи. Держи. Я сейчас тебе браслетик. Ты мне делаешь. Не, я сейчас мне получаю колокольчиками. А, колокольчиками. Хорошо. Так. Вот смотрите, друзья, вот такой браслетик. Мама для дочечки сделала сейчас. Надежки, ну-ка, Надюш, иди сюда. Оденем тебе на ручку. Ах, ты молодец. Иди, наша красавица, садись, сейчас тебе браслетик. Надюша браслетик сделала, сейчас мы ей тоже его. Садись, покажи, какая ты красивая у нас уже стала. Вон какая. Красота. Прям по размерчику. Ну вот, посмотрите, что наши деточки сделали. Вот у нашей Наденьки 4 браслетика получилось. Бусики коричневые. А вот у нашего Мишики вот такие браслетики и бусики. Поработали вы хорошо, умнички, молодцы. Я вас люблю.